Drag Queen в русском для определения этого жанра нормального слова нет. У нас таких называют либо просто трансвеститами, либо, чтобы звучало богаче, травести-дивами. На канале Лога выходит охуенное реалити-шоу. Я ненавижу сам жанр реалити-шоу, но это шоу единственное исключение. Если мне хуёво, я сразу втыкаю в это шоу. Ибо это не просто шоу, это праздник, где соревнуются такие же, как Сиранхелия. Шоу драг-квинов. Называется RuPaul's Drag Race. Гонки драг-королев Рупола. Я не буду пиздеть о Руполе. Если вы не знаете, кто это, то вы дауны. В этом шоу обязательно соблюдаются принципы американской политкорректности. Тут и тонкие, и толстые, белые негритянки, латиноамериканки, азиатки. Например. Молитесь мне, бедлоиды, что я вас просвещаю.